Так. О, есть. Вот это я молодец! Всем привет, друзья. С вами Мортит. И мой подписчик Дэн Граф попросил сделать обзор на ПП-19 Бизон. Знаешь, Денчик, мысль отличная. Давай-ка так и сделаем. Пистолет-пулемет ПП-19 Бизон. Пистолет является... Очень хорошо, что это такое. Так, на чем я остановился? Ну да, пистолет является рекордсменом по емкости магазина, аж 64 патрона, а также, наверное, оружие, у которого больше всего текста. Да, читать очень долго, поэтому мы не станем. Итак, давайте перейдем к характеристикам. Урон 66. Что ж, весьма так стандартно, нормально, вполне неплохо. Дальность 10, тоже хорошо. Темп стрельбы 675. Вот это действительно плохо. А почему плохо, скажу чуть позже. Точность в режиме прицеливания 30. Что ж, вполне хорошо. Точность при стрельбе с бедра 21. Вообще отлично. Ну и емкость магазина, как я уже сказал, неповторимая. На Бизон одевается что-то в качестве прицела и что-то на ствол. Ну, давайте оденем там, например, пламегаситель и, да, Тругло РДС. Давайте посмотрим на отдачу Бизона. Ух! А отдачи-то нету никакой, да? Давайте будем приспускать вниз, когда стреляем. Да, шикарно. Отдачи нету, это значит... А ну-ка... Да, вполне сносно. Конечно, урон падает, поэтому на расстоянии не то. Но вблизи стрелять по головкам очень даже very good. И хотелось бы сказать, что в этой бочке меда есть все-таки одна огромная-огромная ложка дегтя. Это урон в секунду. Ведь он у Бизона преступно мал. Поэтому, если вы столкнетесь даже с другим инженером, у которого будет какое-нибудь варбаксовое оружие, то... Да, вам придется нелегко. Поэтому я предлагаю все-таки пользоваться моей любимой тактикой – неожиданностью. И давайте найдем такую карту и такое количество соперников, чтобы все это можно было реализовать на практике и хорошенечко понагибать. Мы должны победить, я уверен. Карта хорошая. Каждый сам за себя. Раунд начался. Так. Опаньки. Никого. И вот тут кто-то должен появиться. Ах, блин. Хедшот, детка, US owned, да. Начало очень успешное. И надо бы воспользоваться чем? Правильно, минками. Мины это очень хорошо. Запоминайте, как я их ставлю, и возможно это вам пригодится. Обожаю я площадь, она мне очень нравится. Вот так. Как вы видите, самый главный недостаток, о котором я уже сказал, это урон в секунду, ДПС. Так, не будем здесь задерживаться, нафиг, а то пристрелят. И да, тут все грустно, ребят. То есть, это все перечеркивает.
как бы я уже говорил уже раньше, что ДПС не главный показатель. Да, не главный. Но не главный в разумных пределах. То есть, скажем... О! Вот так вот, да. Скажем, можно взять там XM8 Compact, да, у него ДПС больше, чем у ACR CQB. Но ACR CQB более универсальная, более практичная. Но там и разница по ДПСу не такая большая. Но когда, блин, пистолет-пулемет является вторым по ДПСу, блин, в своем классе, понимаете, он второй. И сработала мина. Вот. То есть, медленнее него распиливают только первый вообще. Первый дефолтный пистолет-пулемет, это MP5, да? Все, все остальное распиливает быстрее. И это уже перебор в этом плане, да. Конечно, было бы неплохо, если бы мод темп стрельбы подняли. Ну, 700 с лишним хотя бы сделали. Потому что, ребята, да, один на один выходишь с другим инженером, он тебя, блин, из креса просто запиливает нафиг и все. Я уж не говорю там про КТАР, там XM8. Там вообще нагиб моментальный получается. Так. У нас есть достойный соперник, я смотрю. Да? Опа! Вот так вот, да. Мы тоже достойные. Опа-ге! Давай. Есть. То есть, ну, да. Темп стрельбы, конечно, многое портит. Понимаете, еще темп стрельбы на что влияет? Причем очень сильно влияет. Он влияет на то, как вы хорошо будете попадать. Вы понимаете, да, что чем, скажем, огонь гуще, чем больше пуль вылетает за секунду, тем больше шанс попасть. Особенно если учитывать местную систему сетевого сглаживания и прочие недостатки. Это очень значимо. И вот поэтому, да, с Бизоном я не могу сказать, что это плохая пушка. Нет, это очень хороший пистолет-пулемет, но с ним надо научиться играть. То есть научиться хорошенько так. Приоритет, конечно же, голова, но не всегда это получается, но тем не менее. Стараемся в голову попадать. Вот, ну если позволяет возможность, конечно, смотри какие обстоятельства. И что немаловажно, конечно же, стараемся на открытый бой не выходить. Это не есть гуд, прямо скажем. Так, не видно отсюда, есть там кто-то? Вроде нет, ну посмотрим. Блин, а еб... Меня нагнул этот, блин, штурмовичок. Хитрый? О, мина сработала. Ребят, и блин, а вот этот... проблемко. Проблем реально снайпер, он... Только на респауне появляешься, он тебя уже нагибает откуда-то. Интересно, там еще мой соперник на месте? Нет? Похоже, что нет. А, вон он, по-моему, да, там что-то было. Во-во-во-во. Блин, ну это елки-палки. Руки поотрывать тому, кто эту систему перелазывания сделал. Блин, такой. А вот тем, кто сделал хедшоты, да. Надо медаль вручать. Хорошо. Вот так. Вот так. Все очень даже неплохо складывается у нас. Я думаю, что у нас есть все шансы на победу. Конечно. Конечно, не надо на открытый бой выходить лоб-лоб. Ну, как получается уже, да? И как видите, меня снайпа запросто перестреливают. Конечно, я немножко там скосил вначале, но все равно из другого ПП, из любого, наверное, ПП практически. Я бы тоже сделал двоечку. Вот, из любого другого ПП, кроме дефолтного, конечно, я бы распилил, потому что я бы больше успел урона нанести противнику, да и попадать было бы легче. Интересно, там кто-нибудь есть? Давай-ка посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой! Я так лоханулся, блин. Ладно, ничего. Все это мелочи. Мясорубочки что главное? Правильно, главное... быстрее противника набирать очки. Даже не фраги, а очки. Это важно. Вот. И вы думаете, я к снайперу бегу? Нет, я туда не пойду. Запомните, самый лучший способ борьбы с кемперами и снайперами — это просто к ним не ходить. Все.
То есть, если вы не идете, не возвращаетесь туда, где он вас убил, то вы лишаете его возможности зарабатывать очки. Потому что, объясню почему, попробуйте сами по кемперите, вы поймете. Блин, а? Вот наглый тип, Слава взял, убил меня. Вот. Вы поймете, что кемперу ему, да ёлки-палки, вот он вот, опять этот... Лёша меня убивает какой-то. Вот. Кемперу ему всегда проще вас встречать. То есть вы можете 5 раз подбегать, он вас 5 раз будет убивать. Есть, конечно, еще методы, связанные там зайти сзади, кинуть гранату, но если особенно в мясорубку играете, вот сами задумайтесь хорошенько, да. Вы же вообще ерундой занимаетесь. Почему? Потому что вы идете заставить хэдшоты. Вы идете убивать одного человека, одного противника. Вместо того, чтобы не мстить ему, а набирать очки. Это очень важно. Да блин, ну зараза, какой я противник. Убил он меня. Енот. Молодец. А мы пойдем дальше, вот тут месить всех. Да елки-палки, ну что за снайперы такие противные, елки-палки. Просто ужасные. Надо как-то более тактично действовать. Давай. Есть. Вот, то есть не возвращайтесь к снайперам. Снайперам, кемперам. Просто нагибайте всех, кто мимо проходит. Хорошо. Кстати, есть, ребята, еще один интересный метод использования самого снайпера или кемпера для того, чтобы зарабатывать очки. Если, скажем так, он пользуется популярностью, вот, он убивает ваших противников, ну там все противники на мясорубке здесь, да, понятно. И вы действуете следующим образом. Вы на подходах к нему сами начинаете кемперить. То есть люди-то они бегут к нему, а убиваете вы. Таким образом вы лишаете своего соперника очков и забираете их себе. Классная, да, техника? Я так иногда делаю. Ну, сейчас что-то не то, потому что все-таки площадь это вообще не инженерная, конечно, карта совершенно. Но с ПП Бизон, конечно же, здесь лучше играть, чем, скажем, на пригороде. Хотя на пригороде тоже ничего, но там счет у меня так себе был. Там 1:1 примерно так. Один раз я сыграл, 1:2, но все-таки не то. А вот здесь можно реализовать, так сказать, всю прелесть этого пистолет-пулемета. Огромный магазин. Слабая отдача. И меня нагибает в спину. Да, на площади такая своеобразная очень всегда борьба идет. Часто друг другу в спину убивают и так далее. Но это интересно, это реально классно, блин. И непонятно даже, во что ты играешь. То ли в мясорубку, то ли в командный бой. Тут еще и командный бой ведь есть. Тоже весело. Но мясорубка здесь даже прикольнее. Такой хаос, блин, вообще. Жесткий. Так. Опа. Нехороший человечек идет. Сейчас поставит минку или нет. Ну, посмотрим. По-моему, тут есть чем заняться, да? О, парень, ты попал. Да блин, ну ёлки. Вот так вот. И, похоже, это... Все. Вот так вот мы сыграли с Бизоном. И что я вам хочу сказать. Особенно тебе, Денчик. Вот если ты к нему привыкнешь... И будешь тактичную игру вести, там, в спину заходить. Либо играть на таких мясорубках, таких картах, где есть, скажем так, пространство для маневра, где не надо постоянно в лоб с кем-то сталкиваться, то это великолепный пистолет-пулемет. Поэтому, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и группу ВКонтакте. Нагибайте всех. Увидимся с вами.